Здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Ирина Тюнина, и многие знают меня как ведущую разных праздников. Конечно, когда готовишь сценарии для определенного праздника, учитываешь все желания заказчика. Но на каждый праздник есть определенные моменты, которые нужно провести обязательно. Сегодня я коснусь свадебной темы. Есть одна традиция, которая неизменна на каждой свадьбе. Это танец невесты со своим папой. Итак, я приглашаю Олесю на танец со своим папой. Замечательная традиция, правда? Традиция, которая уже соблюдается веками. Традиция, в которой отец передает свою дочечку, милую, славную, которую он воспитывал с большой любовью, передает из рук в руки ее мужу. То есть его дочка выросла и переходит из семьи родительской в семью, где она будет жить вместе с мужем. Я с удовольствием прикрепляю ниже огромный список музыкальных композиций, которые вы можете прослушать и выбрать ту, которая подойдет именно вам, именно для вашего танца невесты и ее отца. Желаю, чтобы ваша свадьба стала началом вашей долгой, прекрасной, счастливой семейной жизни. Будьте счастливы, любите и будьте любимы.